Красноярске на этой неделе резко потеплеет. Столбики термометров с 25-градусной отметки быстро поползут вверх. По прогнозам синоптиков, уже завтра днем будет минус 11 градусов, а в среду, в светлое время суток, и вовсе до минус 4, а ночью до 18 ниже нуля. В четверг чуть холоднее, до минус 6, а в пятницу до минус 7, причем потепление будет сопровождаться снегопадом. Снежные тучи зависнут над городом со вторника и до конца недели. Кстати, выходные порадуют жителей края хорошей погодой. В субботу ожидается до минус 4, а в воскресенье будет минус 1. По центральным и южным районам еще ближайшие сутки ожидаются холодные. Ночные составят 20-25, местами до 32, а дневные 12-17 градусов. И, как я уже говорил, изменения в погоде начнутся со среды. Здесь уже ночные составят порядка 11-16, по востоку до 25, а дневные составят минус 1-6, по югу даже 0-5. И в конце недели мы в южных районах ожидаем оттепели. Температура дневная составит плюс 1, минус 4. Здесь уже порядка на 4-6 градусов выше среднемноголетних значений для данного периода времени.